В этом году на 22 декабря пришелся день зимнего солнцестояния. Сегодня будет самый короткий день и самая длинная ночь в году. Ежегодно наблюдаются два солнцестояния – летнее и зимнее. В день зимнего солнце поднимается на минимальную высоту над горизонтом. В день летнего солнцестояния – на максимальную высоту. С сегодняшнего дня день начнет постепенно прибывать, а продолжительность ночи – убывать. Сегодня наступает астрономическая зима. Погода наконец-то тоже вспомнила про свои метеорологические обязательства. На предстоящей неделе она все-таки начнет перестраиваться на зимний лад. На предстоящей неделе погоду на территории Рязанской области будет определять серия североатлантических циклонов. В зоне прохождения атмосферных фронтов ожидается выпадение осадков в виде снега. Лишь 23 и 25 днем возможен мокрый снег и налипание мокрого снега. Практически вся неделя ожидается ветреной и местами с метелями. Температурный фон будет неустойчивым, но в целом имеет тенденцию на понижение. Если 23 декабря температура воздуха ночью 0-5 градусов, а днем -3, +2, то уже ближе к выходным ночная температура воздуха опустится до -10, -15 градусов, а днем до -5, -10. В общем, готовим к выходным лыжи и коньки. Скорее всего, погода не разочарует. А вот что касается дня сегодняшнего, в народе 22 декабря называют днем Анны Зимней. Считается, какая погода в этот день, такая 31 декабря.